мы идем погулять, а потом куда-то поужинать. Say hi. Hello. What do you want to say to the Russian followers from San Francisco? Yeah. We love you all. Нет, вы понимаете, я прихожу, меня Дэн пригласил на ужин, мы заходим, а нам говорят, садитесь, пожалуйста. Я думаю, почему нас сажают за стол, где куча людей каких-то сидит, думаю, ну что за фигня, что за ресторан какой-то странный. Оказалось, это как раз-таки я попала в ту самую сюрприз-парти для дня рождения, и здесь моя Ксюша, моя Моника. Вот, да, с красивыми розами. Боря, Станка, короче, у меня день рожденский сюрприз. Ой. Немножечко рано, еще два дня, но с друзьями. Я тебе загадаю желание. We can. Oh. Okay, let's see. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sasha. Happy birthday to you. Thank you.
Вот эта улочка, моя самая, одна из самых любимых в Сан-Франциско. Здесь находятся самые классные такие кафешки с горячим шоколадом, с очень интересной выпечкой. И, не знаю, мне кажется, здесь такие хипстерские. Ну, это а-ля наш Эббот Кинни в Лос-Анджелесе. Дэн показал мне это место, и теперь я его тоже люблю. Приехали мы, значит, в гости к Ксюше и Борису. А у них тут богатство. Мы приехали на Масленицу, но тут настоящая земляника. Вы посмотрите. Я реально много лет не ела, потому что, ну, я в России, когда жила, я собирала ее, а здесь ее нет. И вот они специально поехали сегодня раньше, с утра пораньше на рынок, чтобы купить. А еще хотела показать вам, вот как живут буржуи. Смотрите, какой вид. Вот это вообще. Это, я считаю, самый буржуйский вид из всех существующих. На Бэй-Бридж. Вот такая красотища. Там корабли, пеликаны, движуха. Блин, очень красиво. Вот. Вот это Масленица, смотрите. С видом на мост. С икрой. С ягодами. С сделанным конфитюром. Посреди этих индустриальных джунглей создали вот такую эрию, где разбили целый парк. То есть такой как балкончик, и там насадили много-много растений, и реально там парк. Все-таки современное искусство — это очень забавная штука. Посмотрите, просто идешь так вот, и три совершенно чудных головы. Просто что они значат, кто они такие, кто это придумал? Обалдеть!